видеокарта не справляется с трансляцией в 4К. Поэтому постримим, наверное, в 1080p. Сразу скажу, что игра супер требовательна по ресурсам. Я играю на RTX 3080, и она реально прям напрягается. Я прям чувствую, как она греется под этим всем делом. Вот. Но тем не менее, я все-таки попробую постримить хотя бы в 1080. Хотя бы так. Не знаю, как это все получится. Возможно, не очень сильно. В чем, как бы, очень крутые моменты этого города, то, что он сделан такой немножко японской стилистики. Здесь есть вот эти сакуры цветущие, которые цветут всегда. И, в принципе, он расположен в газовом гиганте, внутри газового гиганта, и это очень красиво. Ну, я думаю, что... Да, давайте посмотрим. Схему метро. Но, в общем, ладно, я думаю, что мы сейчас посмотрим здесь рядом с шоурум и транзит. Окей. Можем прогуляться до шоурума, посмотреть, что там выставлено, что нам показывают. В шоурумах обычно показывают какие-то новые корабли. Можно к ним подойти, в них полазить, посмотреть. То есть такая как бы история. Как будто бы для, знаете, как вот в детстве вы лазили по каким-нибудь экспонатам в парке. Вот здесь у нас стоит моделька Крузейдера. А, Каменсон. Окей, значит, пока у нас шоурума нету, хорошо. Ну, тогда поехали в порт. В чем идея вообще этого симулятора, который, за что его, в принципе, очень любят? Это в том, что ну, то, по сути, ты все должен сделать сам. То есть ты должен сам найти станцию метро, да, ты должен сам доехать до космопорта, что мы сейчас и сделаем. Вот, новый шаттл прибудет через 30 секунд, окей. Вот есть схема метро. Давайте посмотрим, где мы находимся. Так, мы находимся, кажется, где-то вот здесь. Augustandus Spaceport. Мы вот в Cloud View Center. Окей, значит, нам нужно... А, или мы на Providence находимся, да? Да, на Providence находимся. Мы, соответственно, да, мы сейчас сядем вот в этот шаттл и отправимся в космопорт. Окей. Как это клево. Skyway, то есть это не метро даже, это такие шаттлы.